пацаны, это такой патриотический монолог. Патриотический. Все мы созданы для, блядь, творчества такого. Больше людям, блядь, приносить, блядь, своим телом, блядь, руками, блядь. Чтоб страна для нас, блядь, и мы для нее, блядь, для урожая продуктов, блядь, и там, в глубине, блядь, вот в недра, блядь, ура, блядь, и в недра ушел, чтоб давать газ, блядь, нефть, блядь, и не считать, блядь, вот эти деньги не только для себя, а для державы, чтоб любить, блядь, чтоб вся мощь родной армии для других, блядь, для охраны, блядь, для охраны, блядь, по периметру, блядь, твердо, глядя вдаль, блядь, чтоб собрать всех, блядь, да, нелегко, да, и тяжело, блядь. А когда для благ, когда техника в руках поет, и славься, и причина именно в этом, блядь, и вот эти крики людей вообще, вот не вот собрать всех, активно, блядь, уважение, блядь. А вот Америка, блядь, а что, что Америка, что Америка? Звездануть, ведь ночью подкрасться, звездануть. А что у них день, когда у нас ночь, да, а у нас ночь, значит, дождаться, когда у нас ночь, и у них, блядь. Значит, разрешите ваши аплодисменты. Да.